Сейчас, друзья, вечер. Богдан с Аней маленьких ложе спать. Я себе налила венца и купила в этом Висконсин, в штате. Там, ну, каждый штат имеет свое виноводство, да, и вот я ехала и купила очень вкусное вино. Сандрия называется. Они делают многих фруктов. Очень вкусное вино. Здесь у них такой, ну, американцы имеют всегда, back porch называется. И место, где можно посидеть, там огонь попалить. Сейчас пойдем вниз туда, к огоньку. Вон туда. Послушайте эту красоту. Красота. Сейчас Аня с Богданом придет сюда. Маленьких положат спать. Будем сидеть возле костра, общаться и слушать вот это небо звездное такое здесь. Но его камера не берет. Не чуть-чуть берет что-то там, какую-то звездочку. Но очень много звезд на небе. Очень много. Какие-то берет что-то, но не сильно. Какая прелесть. Я уже давно вот так не сидела. Хотя у меня дома тоже можно так делать. Ну, что-то лично для себя. Нету времени. Все нету времени, друзья. А вот так все бросить и найти время всегда нужно. Я как-то начинаю другую жизнь в этом году. Помудрее. Работать нужно, но нужно уметь отдыхать. С умом. Находить время для близких людей, родных людей, проведать. Находить время для себя, потому что жизнь один раз. На земле дана человеку. Винцо, вечер. Друзья, я не алкоголик, вы не подумайте. Я могу вот это бокал вина цедить целый вечер. Я налила себе, когда уезжали в парк, и приехала, еще он мне, вот видите, пол бокала. Я вообще человек, к алкоголю отношусь равнодушно. Просто объясняю людям, чтобы не думали, что я пьяница. А красное винцо я могу иногда выпить бокальчик в хорошем кругу людей. Родственников или друзей хороших. Ничего в этом плохого нету. Так что, друзья, находите время просто отдыхать. Иногда это не требует много денег. Всем добра и мира.